Объемы производственных программ краснодарских электрических сетей в уходящем 2019 году превысили объемы прошлого года в 4 раза. На территории Северского района предприятие ведет работу по нескольким направлениям – строительство, реконструкция энергообъектов, ремонт и технический учет электроэнергии. В станице Григорьевской завершена реконструкция и строительство 6 километров распределителей, двух комплектных трансформаторных подстанций 10 на 0,4 кВт. Одной из основных задач на этот год для краснодарского филиала электрической сети является завершение работ по ТО Григорьевской по действующим заявкам технологического присоединения. Поэтому до конца года принимаются все меры для того, чтобы завершить производственные работы. В настоящий момент мы видим, как бригада Смоленского сетевого участка Северского района выполняет работы по регулировке разъединителя, являющейся неотменной частью в целом подключения трансформаторной подстанции и обеспечения электроснабжения наших заявителей. Местные жители уже успели оценить проделанную работу. Ну, электричество ведут очень быстро, махом. Молодцы. Особенно зимой бывает тяжело, конечно, без электричества, включают генераторы. Вот, и многие у нас уже подключаются, очень довольны, счастливы. На строительство и реконструкцию электросетевого комплекса Северского района в 2019 году направлено около 73 миллионов рублей. Всего на территории Северского района краснодарские электрические сети обслуживают 9 крупных питающих центров, более 1500 километров воздушных линий электропередач и около 500 трансформаторных подстанций низкого напряжения.